Такая борьба за звание знатока шекспировских произведений проходила в лицее Лобачевского Казанского федерального университета. Шекспириада – это конкурс, объявленный Британским советом в рамках Года языка и литературы Великобритании и России 2016 года. В рамках программы Шекспириады проводятся лекции, творческие испытания и конкурсы, в которых смогут принять участие юные поклонники творчества великого драматурга. Все в постановке – это уникальный опыт, который вряд ли когда-то еще удастся пережить. И надо такие моменты ценить и бывать на таких мероприятиях. Ученики лицея Лобачевского представили рисунки к творчеству Шекспира, прочли наизусть отрывки произведений на языке оригинала и даже разыграли сценки известных трагедий. Стоит отметить, что лучшие участники Всероссийской олимпиады смогут выиграть особые призы – краткосрочные образовательные поездки за рубежом. Анастасия Иванова, Ленардо Влетяров, Универньюз.